Привет! Сегодня я продемонстрирую вам игру People от французской компании Jeka. Игра со смешным названием и простыми правилами подходит для детей от 5 лет и развивает интуитивное и образное мышление. Игровой комплект состоит из правил, а также 44 карт с изображениями, которые можно разделить на 4 группы. 10 карт – шерсть. 10 карт – кожа, 10 карт – перья и 10 карт – одежда, а также 4 карты – джокер. Рисовка, как обычно, выполнена в лучших традициях Jeka, где над каждой игрой работает группа первоклассных художников и психологов. Давайте же сыграем партию. Перемешиваем и раздаем игрокам по 8 карт. Остальные карты в игре не участвуют. Первый игрок открывает одну из своих карт и объявляет, к какой группе она относится. Это у нас перья. Другие игроки по очереди кладут поверх этой карты свои карты, уже рубашкой вверх, и объявляют, что это карта той же группы. Здесь можно и нужно блефовать, но главное блефовать так, чтобы никто не догадался. Когда игрок объявляет тип своей карты, другой игрок может ему не поверить и проверить карту. Он должен громко воскликнуть «People!» и открыть карту. Если это был блеф, то всю стопку карт забирает игрок-обманщик. Если же эта карта соответствует объявленной группе, то карты забирает игрок, который ему не поверил. После этого ход начинает игрок, забравший все карты. Цель игры – как можно быстрее остаться без карт на руках. Спасибо за внимание!